Всем привет! С вами Мирка Здравич. В 2015 году молодой, но весьма предприимчивый житель Борзи оставил на сайте ЦРУ обращение, в котором предложил продать американской разведке секретную информацию о вооруженных силах России. Ответ не заставил себя долго ждать. Разведка клюнула. Предложение восприняла вполне серьезно и начала спрашивать о режиме на военных объектах и других секретиках. Однако денежный вопрос представители ЦРУ решили отложить на потом. Тогда находчивый молодой человек, который работал программистом и реальными военными секретами не обладал, обратился к приятелю, проходившему срочную службу в одной из воинских частей. Солдат секретов тоже не знал, и тогда друзья стали отправлять в ЦРУ придуманные истории об эшелонах, направляющихся в Украину, о ракетах, направленных на США. В общем, насколько хватило фантазии. Когда думаешь о России, представляешь себе медведей на велосипедах. Но чтобы все поголовно... Главное, ничем себя не выдать. Они не медведи на велосипедах! Однако молодой писательский талант вместе с перспективой щедрого гонорара от зарубежных издателей зарубили на корню агенты ФСБ, которые и пресекли переписку. Видимо, вдоволь начитали шпионского романа. Этот факт опечалил многих пользователей Рунета, раздосадованных тем, что юным талантам не дали заработать на наивных американских спецслужбах. ФСБ России вынесло молодым людям официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Оснований для возбуждения уголовного дела в данном случае нет, так как жители Борзи носителями реальных секретов не являются. Но и предостережения оказалось достаточно, чтобы они прекратили переписку с ЦРУ, добавили в нашем ведомстве, отметив, что их крайне удивляет сам факт того, что американская разведка заинтересовалась столь сомнительным источником. Чему мы научились, Палмер? Не знаю, сэр. Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать. Да, сэр. Еще бы знать, что мы сделали. Да, сэр, это... Сложно сказать. Сложно представить, что будет, если агенты ЦРУ наткнутся на парочку наших федеральных каналов. Там каждый день невероятные военные разработки и высокотехнологичное оружие, созданное руками пленных пришельцев. И все бесплатно.